Не секрет, что совсем недавно президент выступил с инициативой о том, что необходимо рассмотреть предложения молодого поколения во всех нацпроектах. И здесь, в Тюменской области, прежде всего, мы проводим мероприятия по национальному проекту, связанному с поддержкой предпринимательства. И именно поэтому мы крайне заинтересованы, Центр «Мой бизнес», Инвестиционное агентство, «Опора России», ключевые общественные организации в том, чтобы провести подобные события. Сегодня проходит первая из целой серии встреч в Тюмени со школьниками. Завтра у нас большое мероприятие со студентами. Параллельно в районах Тюменской области, в Абатске, Вилуторовске, Галышманово, тоже пройдут аналогичные мероприятия. И в пятницу нас ждет большая стратегическая сессия, организованная «Опорой России» на кафедре предпринимательства в Тюменском госуниверситете. Правительством Тюменской области, инвестиционным агентством реализуется уже несколько лет ряд ключевых программ по вовлечению школьников, студентов в предпринимательскую деятельность. Например, с «Опорой России» совместно мы проводим проект «Это бизнес-детки». У нас были проекты для студентов, пин-код бизнеса, например. У нас есть ряд образовательных вещей для потенциальных самозанятых, для тех детей, кто и молодежи, кто занимается фермерством, например, в сельской местности. В этом году также запланирован ряд новых проектов. В сентябре мы ожидаем старт целого направления по популяризации предпринимательства среди учеников средних учебных заведений в районах. То есть будет специальный курс по развитию фермерского дела. Вот. У нас также продолжится это бизнес-детки, реализация его. И сейчас в Армизоне у нас стартовала буквально на прошлой неделе пилотный проект по, так скажем, предпринимательскому лету, трудовому лету для сельской молодежи. Там 100 школьников участвуют. Мы у них прокачиваем навыки ведения бизнеса.